Всем доброго времени. Сейчас посмотрим, какие радиодетали, какой материал прислали мне на переработку. Это мой подписчик. Он постоянно присылает, часто присылает, вернее. Ну, сейчас вскроем, посмотрим, что там. Какие? Какой материал? Вот такой вес. Вот так виднее. Число. Вскрыл. И сейчас я выложу на стол все. Смотрим. Вот это 814 и подобные. Все проверены. С позолоткой. Это чипы какие-то или процессоры, ну что-то с мобильников. Вот. Вот так не видно, конечно, сквозь пленку. Ну, так называемый чернозем, советские микросхемы, тоже проверены, наверное. Так, ну это микросхемы, четырехсторонки, разные, импорт. Вот. Такие. А здесь уже двухсторонки, это, наверное, с видеокарт, да, чего там. Вот, тоже прилично, ну это... мобильнички старых образцов, наверное, в основном. Ну да, ну, здесь, конечно, нужно поработать еще с ними. Так, это есть, это понятно. Опа, ладно, потом соберу. Это здесь ламельки. О, К10, наверное, да? К10. К10-17. Так, здесь вот такие ламелечки маленькие. С чего они? Ну, более всего, что мобильнички. Все такое, да. Ну, здесь мосты. Вот. Мосты. И процессоры. Вот керамика. Керамические. Здесь разные. И их штук 5, наверное, да. Вот такие. Тоже такой же. Сейчас посмотрим. Здесь уже побогаче. Во. Вот такой процессор. Что здесь написано? Вот. Такой и такой. '97 год. Тоже микросхемы имеются, но это, по-моему, пустая она. Вот такая микросхема, она пустая. Даже волоски. Вот. Смотрим. Какие там волоски? Так, здесь посмотрим. А здесь что-то там желтеет. А что? Непонятно. Тоже. Это волоски белые. Белые волоски. Так, это все тоже вот процессоры. Такие слабенькие. Ну и мосты. Так, это посмотрели. И вот еще коробочка такая имеется. Здесь что-то побогаче, наверное. А ну-ка. Вот это полубочонки, так мы их называем. КТ-390.
10-2, КТ-310-7, КТ-315. Здесь полевички, все такое с позолоткой. Светодиоды, сборочки такие. Ну, когда буду перерабатывать, будет виднее. Ну, здесь нужно палладий забрать. Вот такие конденсаторы. Вот такая коробочка. Вот она на ладонь ложится. Вот. Так, что-то здесь имеется. Ну, это с калькулятором что-то там. Контакты, еще с чего-то контакты. Такие маленькие. Так, ну и здесь это все. Не все, конечно, вот еще здесь, по-моему, должно быть серебро. Сейчас попробую вытащить. Опа. Да, серебро, вот контакты. Сейчас глянем. Ну, там разные мелкие на меди, возможно, чистое серебро там. Нужно проверить, блестящее что-то имеется, вижу. Еще раз смотрим. Что-то там вот так блестит. Возможно, даже есть покрытие палладия. Все это мы проверим кислотами. Ну и здесь. Что здесь? О! Катализатор. Уже придется проверить его. Это я буду делать впервые. О, вот такой катализатор. О, с чего он там состоит, что в нем. Буду измельчать, бросать кислоты и проверим. Вот такое ознакомление с посылкой. Я не знаю, с чего начать. Я пока буду подготавливать катализатор вот этот. Что там еще? С чего же начать? В первую очередь. Вот это все мне надо тоже подготовить. Эти мобильнички. С чего же мы начнем? Да. Ах да, вот еще. Лампочки не показал. Так. Да, наверное, вот с этого серебра начнем. Это уже в следующем видео. Я так. Это ознакомительное видео с материалом посылки. На этом все. Всем добра и удачи. Всем пока.